Всем привет! Я снова приехал пошурфить, продолжить, вернее, шурф на том же самом месте, что и в прошлый раз. Вот нашел тут медную проволоку, кусочек. Пока больше ничего не попадается. В принципе, только начал. Вот такой вот моточек меди попался. Копаем дальше. Вот, в прошлый раз я тут раскопал вот угол, нашел. Вот. И сейчас иду около стенки, в ту сторону. Там дорога была. Ну, в принципе, как бы сейчас уже все понятно, как и что тут было. Буду шурфить. В прошлый раз были находки. Надеюсь, что и в этот раз что-нибудь попадется интересное. Вот тут что я нашел. Такая вот выпала ложечка. Интересная. Еще и она с каким-то вензелем. На поверхности почти лежала. Выпала прямо. Сверху так обрубал. Выпала прямо вот сухая. Почти. И чистая. Давно она лежит тут, наверное. Посеребряная. С каким-то вензельком. Потом сфотографирую, покажу. Такая прикольненькая ложечка. Но она видно, что, похоже, медная, скорее всего, может, латунная. Красная такая патина. Так что вот такая ложечка у меня попалась. Жалко, что не серебряная, а только посеребряная. Но главное, что целая, не сломанная, с каким-то вензельком. Ладно, пускай лежит. Так, у меня тут находка очередная, что-то стеклянное, как бы не сломать тут. И еще, ох ты, а нет, тут что-то было, две рядышком. Из нержавейки. Так, это у нас какая-то бутылочка. Ух ты, а. Ничего такого интересного. Я думал, она граненая, все. Она оказывается такая. И вот из нержавейки два колечка. Может быть, какого-нибудь бюстгальтера. Ладно. Ладно, бутылек тоже ничего такого интересного не представляет из себя. Пускай там лежит. Так, надо посмотреть.
Угу. Ты что-то какая-то монетка. Ух ты. Пятнадцать копеек. Видно. С короной наверху. Это похоже. Империя, похоже. Пятнадцать копеек. Тысяча девятьсот шестой, что ли? Да, похоже, 1906 год, 15 копеек. Это у нас серебро. Только какое-то оно подъеденное все. Или это какой-то такой налет на ней. В подполье поди лежало. Ну, торлы видно немножко. О, ты прилетела попозировать тут нам. Надо же, дай. Так что вот какие у нас тут гости. Надеюсь, видно. Бабочка прилетела попозировать. Что-то с крылышком-то у нее. Какая красивая. Так что вот, еще одна находка. Отнесу сразу же. А то мне ложить некуда здесь. Ну что, бабочка, лети давай. Она еще пытается что-то там своим хоботком тут распробовать. Улетело все. Вот что я тут нашел. Это ботало коровье. Ну или может быть и какой-нибудь козье. И оно похоже латунное. Еще и с языком. Почти целое. Вот даже вон на что вешали. Сохранилась какая-то резинка. Вот. И оно из латуни. Так вот оно работало. Интересно. Вот это вот металлическое. Такую вот ботало. Попалось. Вот так вот тут подъедает даже латунь. Видимо, все равно. Может быть, подполье было или... Интересная штука. Пускай пока там лежит. Вот я что-то тут увидел. Желтое, блин. Вряд ли, конечно, это золото. Это, скорее всего, копейка. Две копейки. Вот. Блестит на солнце как. Прям как золотая. 1929 год. Хороший сохранчик. Так блеснуло. Не думал, золотая какая-нибудь. Какой-нибудь червонец золотой, блин. Да. Ну все подсыхает уже, все сразу цвет меняется. А влажная такая желтая-желтая была. Две копейки, 1929 год. Вообще глазами увидел. Докопался до плиты какой-то.
Муравьи красные. Аж прям валятся они тут. Да. Потревожил я тут их. Какая-то плита железная. Не шевелится даже. Скорее всего, от печки. Может быть, я чего-то другого. Это надо выкопать ее. Это плетище. Здорово. Да, не пропустить бы тут ничего. Так. Ну-ка. Попробую пошевелить. Ничего себе. Нормально. Железяка. Ладно, буду выкапывать. Потом покажу. Еще одно ботало нашел. На этот раз железное. Тоже целая. Еще не успела. Кочергу нашел там. Откапываю эту железяку. Фух. Вот такая вот плита. Вытащила 10 килограмм, я не знаю. Ох, сколько она может весить? Килограмм 30, наверное, точно. Может, больше. Около 30, наверное, точно, килограмм. Ох. Скорее всего, от печки. Ну, иди давай пей. Жарко тебе. Мне тоже жарко. Ой, что я нашел? Какие ножницы. Баранов, наверное, стригли такими ножницами. Да. Похоже, кованая как будто. Такие вот ножницы. Так, копаю тут все дальше, глубже. Пока ничего интересного не попадается больше. Жарко сегодня. Вообще парит. Клеймом был. Почти новенький. Какой-то сигнальчик тут благородный.
Сейчас копнем, посмотрим. Чего-то выкопал. Интересно. Может быть, ничего интересного. Второе уже. Медное колечко. Медная шайба. А чего это непонятно. Вторая уже такая выпалась. Так, вот сегодня такие у меня скромные находки. Немного железа попалось. Ну вот, вот эта железячка, конечно, такие побольше. Такая плита, 30 кг. Ну и там как кочерга. Топорик. Два ботала. Ну и из таких находок ручка какого-то шкафчика, ложка серебряная, вензелек, две копейки 29 года, крестик какой-то, вот он из грязной, что-то тоже маленький какой-то детский крестик, 15 копеек, 1906 года. Ну, тут какие-то непонятные шайбы. Да, упала еще. Медная проволока. Что-то я запарился там шурфить. Жарко сегодня. Вообще невыносимо. Пойду, наверное, сейчас погуляю тут по деревне. Похожу. Так. Поищу, может, что интересное попадется. Фу. Жара сегодня. Хоть рубаху одел такую светлую, чтобы не так жарко было. Все равно парит хорошо. Пойду погуляю. Тут не везде трава растет. Большая. Есть такие полянки, где мало травы. Похожу по этим полянкам. Какой-то интересный сигнал тут на дороге. Копнуть, брат. В этом камушке. Это ложка. Когда-то была. Сигнал хороший был. 1 копейка. Николаевская. 1994 года. Ой. 1894 года. Такая вот копеечка тут нарисовалась. Вот, ты что нашел? Какая-то дюралевая непонятная вещь. Ну, ладно, главное, что алюминий. Непонятно, конечно, что было. И тут еще вот свеча выпалась. Вернее, то, что от нее осталось. Оказывается, вот, вот как она выглядит внутри. Интересно. Такая вот фигня. Эх, пробка там еще, видно.
жарища. Вообще просто уже невыносимо. Не знаю, сколько мне еще терпения хватит. Еще что-то есть. Бутылек. От каких-то лекарств, наверное. 20. Что-то там еще металлическое. О, что-то большое. Похоже, рама от велосипеда. Так. Сейчас я ее подниму. Вот это что. Рама от велосипеда. Все, или еще что-то есть. Пробка там. Это тоже пробка, наверное. С ним посмотрим. Короче, все тут уже. Так, дорогие друзья, вот что мне сегодня удалось накопать. Немножко железа, две плиты, одна большая совсем. Топорик, ботолы там, от велосипеда рама, ведро. Ну, короче, немного железяк. Ну и из таких более-менее благородных находок вот ложка, ручка, 1 копейка, 2 копейки, 15 копеек 1906 года, 2 копейки 29 года и 1 копейка года 1894 года. Какие-то шайбы тут вот. Вот все мои находки на сегодня. Что-то я запарился ходить уже. Наверное, закончу на сегодня свой коп, шурф. Вот. Солнце куда-то зашло. Так. Попрохладнее стало. Солнце жарит сегодня. Интересный такой ива. Тоже интересная такая заросли. Заросло. Да, скоро все зарастет. Лесом. Лес вырубают, возят. Только пыль стоит столбом. Где-то вырубают, вырубили до самой реки. Лес был, ничего не осталось. Так что вот, так что я на сегодня заканчиваю. Сейчас все закопаю. Так что там шурфил. Вот. Не знаю, приеду я сюда еще раз. Или не приеду. Неизвестно. Вот такие тут красивые места. Попытаюсь сейчас я
наверное, найти место, где искупаться. Может быть, попилю немного дров, тюлечек. Может, найду, что распилить, чтобы совсем пустым не ехать домой. Что, Лен, подкрепились? Яблочко, да? Пей давай водичку-то еще. Допивай давай. Сейчас поедем. Погрузим все и поедем. Тяжеленькая, однако. Вот столько сегодня у меня получилось железа накопать. Немного. Килограммчиков так. Ну, может быть, около 50. Потому что плиты тяжелые. Ну и дюралевые тут еще. Так. Все, еду на речку. Хочется искупаться. Так, вот лежит на дороге такая вот лисина. Абсолютно сухая. Кто ее спилил, я не знаю. Но вот видно, что она спилена. Но не сегодня, не сейчас. Лежит уже тут, мне кажется, целого года. Поэтому валежник можно сейчас пилить по современным законам. Она лежит. Вот там еще одна лежит. Поэтому я тут расчищу дорогу за одним. Попилю на дрова для бани. Какая здесь красота. Вот река течет. Берег потихоньку обрушается. Так вот уже растут сосны. Интересно. Все, дорогие друзья, на сегодня я
свой коп заканчиваю. Всем удачи, под катушку. До следующего копа. Всем пока.